Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Ирина Минаева. Жители квартир по адресу Лузановская, 5А, уже знакомы одесситам по своим прежним коммунальным проблемам. Теперь к предыдущим бедам добавилось ежедневное аварийное отключение электроэнергии. Жильцы утверждают, что в доме давно требуют замены и перекоммутации проводка. Но все обращения жильцов в 7-й участок ЖКС Пересыпский к устранению неполадок не привели. Напомним, что это уже не первое обращение жильцов в горемычный участок ЖКС Пересыпский. После прошедших сентябрьских проливных дождей дорогу вокруг дома по адресу Лузановская, 5А полностью залило водой. И жители просто-напросто не могли выйти из собственных подъездов. Устранить эту проблему работники ЖКС оказались тогда не в состоянии. Впрочем, говорят жильцы дома, как и ту, которая постигла их дом совсем недавно. Нужно менять три фазы. Мы сюда к начальнику написали заявление неоднократно, купили свой кабель, чтобы уже провели. Работы ремонтные никакие не проводятся. Вчера у нас опять потух свет. Вчера звоним нашим электрикам, они отказываются, они нам хамят. Вечер идет света, сейчас опять не будет у нас. Как только за 7 часов вечера наш дом сидит без света. Кому обращаться? Как? Есть управа на этот ЖЭК, на этот начальника этого? Электрики, которые должны устранять подобного рода проблемы, бездействуют, сетуют жители многострадального дома. Граждане в отчаянии. Неоднократные письменные заявления в ЖКС не дают никакого результата. А электрощитовая давно нуждается в осмотре специалиста. Профилактики никакой не делается вообще. Электрики обязаны приходить и проверять состояние щитка щитовой нашей, либо посмотреть то, что вы сейчас засняли, изменить это все нормально, в нормальное состояние привести. Либо они не соответствуют своим рабочим местам. Я лично думаю так. Помимо невыполнения своих профессиональных обязанностей, коммунальщики ведут себя довольно невоспитанно, жалуются жители дома и просят помощи у городских властей. Вышестоящему начальству, нашему мэру города, пожалуйста, большая просьба обратить внимание на работу нашего ЖКС номер 7 в районе Лузановка. К моменту приезда наших корреспондентов в 7-й участок жилкомсервиса Пересыпский оттуда ретировались все коммунальщики, чья компетенция позволяла бы хоть как-то объяснить происходящее. Удалось связаться с начальником 7-го участка лишь на следующий день. По словам коммунальщиков, вот-вот все проблемы с электроэнергией будут устранены. Мы завели новый кабель от столбовой опоры, так как я и обещал. Уже заканчиваем. Мы еще не закончили. Но до конца дня, то есть мы однозначно заканчиваем. Проблемам электричества на Лузановской 5А в пятницу добавилось еще и отсутствие отопления, а также горячей воды. Отопления нет, света нет, чего еще нет? А, воды нет. Нормально вообще? У меня лично слов нету никаких. Отопление и вода отсутствуют в связи с проведением ремонтных работ, говорят в ЖКС. Сроки завершения работ коммунальщики назвать затрудняются, но заверяют в максимальной оперативности процесса. Теплосеть проводят ремонтные работы, у них там авария. И перекрыто у меня, получается, по одной бойлерной 17 домов. Сейчас остановлено от отопления. Отопление, горячая вода, все остановлено. Жителям дома обещали устранить электрические проблемы до конца пятницы. Если так говорят люди, то хотя бы минимально обогреваться уже можно будет с помощью электроприборов. Как будут развиваться события на Лузановской 5А, мы продолжим рассказывать уже завтра. От жителей Молдаванки, Слободки и улицы Балковской вновь поступают жалобы на неприятный запах. Напомним, в воздухе впервые появился сильно неприятный запах в 2008 году. Это, однако, уже не с такой интенсивностью, как в первый раз. Причины возникновения этого явления по сей день не установлены. Ни одна из предлагаемых теорий подтверждения не нашла. В пятницу около часа дня поступило очередное сообщение о заложенной бомбе. На этот раз неизвестный хулиган одарил вниманием Одесский государственный университет внутренних дел. Звонок о минировании поступил в 12:40. По традиции на место прибыли сотрудники силовых структур и специалисты взрывотехники. Из учебного корпуса на Успенской 1 были эвакуированы более 1000 курсантов и преподавателей. В итоге никаких опасных предметов не нашли. Сегодня в 12:46 прозвучал звонок в Одесском государственном университете внутренних дел и сообщили о якобы заминировании нашего учреждения. Но также, согласно инструкции, было произведено немедленное эвакуирование слушателей, курсантов и преподавательского состава. Была вызвана немедленно соответствующая служба взрывотехническая, которая не обнаружила никаких взрывоопасных предметов на территории. В пресс-службе вуза также напомнили, что подобные хулиганские действия подпадают под статью Уголовного кодекса и наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
За минувшие сутки в регионе произошли 8 пожаров. Накануне вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Аграрной горит частный жилой дом. Пламя охватило площадь всего в 2 квадратных метра, однако хозяина дома спасти не удалось. 53-летнего мужчину обнаружили мертвым. Причиной пожара стало курение в постели. Ранним утром и ночью 31 октября спасателям пришлось 3 раза выезжать на тушение автомобилей. Горели 4 машины. На перекрестке Гаванной и Дерибасовской полностью сгорел Мерседес. Одновременно в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Крымской. Горели автомобили BMW и Audi. В результате пожара автомобиль BMW уничтожен полностью, а вторая иномарка серьезно пострадала. Еще через 2 часа на улице Радостной загорелся легковой автомобиль Deo. Спасти авто пожарным не удалось. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, причины всех этих пожаров пока не установлены. Погибших и пострадавших нет. А на дорогах региона за минувшие сутки сотрудники ГАИ зарегистрировали 12 ДТП. 2 человека погибли, 17 пострадали. На трассе Киев-Одесса водитель автомобиля «Мерседес» с прицепом отвлекся от управления и столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате аварии погибла женщина-пассажирка «Мерседеса». В Ананьевском районе на полевой дороге перевернулся трактор. Водитель получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Причины аварии пока неизвестны. Кроме того, как отмечают в ГАИ, в последнее время участились случаи наездов на пешеходов. На Слободке водитель «Жигулей» сбила 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. С тяжелыми травмами пенсионерка госпитализирована. В центре на перекрестке Мясоедовской и Болгарской водитель «ВАЗа» на пешеходном переходе сбил женщину и 6-летнюю девочку. Врачи диагностировали у женщины перелом костей таза, травму брюшной полости. Серьезно пострадал и ребенок. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота. А на улице Канатной под колеса трамвая попала 20-летняя девушка, которая переходила трамвайное полотно в неположенном месте. С закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами пострадавшая доставлена в больницу. В Центре реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития имени Януша Корчика отмечали праздник осени. Праздничная программа совпала с приездом давнего друга центра, гостя из Кёльна. Фердинанд Шванец в очередной раз приехал сюда не с пустыми руками. Этот микроавтобус на 20 человек появился во дворе Центра реабилитации лиц с отклонениями психофизического развития имени Януша Корчика в пятницу утром и пришелся как нельзя кстати. Его подарил давний друг центра, гость из Германии Фердинанд Шванец, который уже на протяжении 20 лет приезжает к одесским детям с подарками и сюрпризами. Почему я сюда приезжаю? Не знаю, это очень трудно объяснить. Это уже выше просто дружбы. Я приезжаю сюда, как к себе домой. Когда я вижу, как сотрудники центра вкладывают душу в этих детей, когда я вижу счастливые улыбки деток и радостные лица родителей, хочется вернуться сюда снова и снова. Наверное, ради этого и стоит приезжать. На данный момент в центре имени Корчика есть 5 микроавтобусов. Вместительные и удобные. В них можно перевозить детей-колясочников, рассказывает директор центра Марина Игонина. Дети центра тоже не остались в долгу. Подготовили гостям праздничный концерт, посвященный осенней поре года. Если дождь пойдет опять, под зонтом пойду гулять. Воспитатели центра имени Януша Корчика обучают своих подопечных всему, начиная от самых простых вещей, как ухаживать за собой и как обустраивать свой быт. Главное правило, которое здесь работает на протяжении уже 25 лет – индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети с инвалидностью, с умственной отсталостью, они как бы считались необучаемые, и они были за бортом социума. Сегодня эта интеграция идет по полной программе, и мы сделали максимально все то, что в развитых европейских странах доступно, все те программы, которые существуют у нас здесь, на нашей базе, они есть. Особенность центра еще и в том, что здесь создали современную систему ухода за детьми с отклонениями. Детям оказывают все виды помощи, начиная от инклюзивного образования и заканчивая медицинским обслуживанием. Кроме того, работают и смешанные, так называемые интегрированные группы, где применяется путь европейского развития взаимоотношений между людьми с инвалидностью и здоровыми представителями общества. В силу своих особенностей воспитанники центра всегда остаются маленькими детьми, и поэтому с большой искренностью радуются гостям, подаркам, любому вниманию и заботе окружающих, отмечают специалисты учреждения. Этим детям нужно очень много внимания, ласки, и им в жизни очень не хватает праздников.
Поэтому такие праздники, которые совмещают в себе смех, веселье, музыку, да еще и подарки, детям всегда, ну, то есть, как бы, как-то улучшают их жизнь. Для специалистов наших это хороший опыт, обмен опытом. В центре имени Корчика находятся дети от 3 до 18 лет, страдающие ДЦП, умственными отклонениями, аутизмом и синдромом Дауна. Воспитанники учреждения, несмотря на все трудности, живут полноценной жизнью, учатся, отдыхают, работают на производстве. А совсем недавно на базе центра открылось общежитие, где также применяются методы интегрирования. Новый подход к воспитанию применяется и в обычных школах. Сегодняшние мальчики и девочки – это будущие мамы и папы. И чтобы в перспективе иметь крепкую, здоровую семью, им уже со школьной скамьи необходимо бережно относиться к своему здоровью. Чтобы каждому школьнику в период взросления рассказать об основах охраны здоровья, была создана городская программа «Тебе, будущее Одессы». Одними из тех, кто ознакомился с этой программой, стали ученики Одесской гимназии номер 5 и общеобразовательной школы номер 4. Программе «Тебе, будущее Одессы» уже не один год. Это только одна из идей, разработанных и внедренных Одесским отделением Международного благотворительного фонда «Охрана здоровья матери и ребенка» под руководством главного врача роддома номер 1 Ирины Головатюк Юзефпольской. Все инициативы направлены на профилактику и улучшение репродуктивного здоровья женщины-матери. Программа рассчитана на воспитание уважительного отношения к своему здоровью и правильному пониманию, что есть норма, что есть патология. Не всегда компьютерные, интернетные программы дают им ответы на вопросы. За время действия программы обследованы более 17 тысяч девочек, учащихся в 153 школах города. У 18% обнаружились проблемы, решения которых вполне по силам современной медицине. Положительная тенденция подобных занятий уже прослеживается. Они очень полезны, потому что я иногда стесняюсь разговаривать об этом со своей мамой. А мама, наверное, не всегда считает нужным или тоже стесняется, поэтому я думаю, такие очень полезные уроки. Большое значение рассказывают как взрослые, так и сами ученики, играет атмосфера на лекциях. Здесь нет ни педагогов, ни родителей, что помогает школьникам раскрыться и не стесняя задать специалистам волнующие их вопросы. Атмосфера была очень доверительная, потому что, во-первых, не было посредников, не было учителей, был только представитель медицинский. И достаточно тепло он к нам обращался, и нам было интересно. Старшеклассницы рассказывают, после лекций вынесли для себя много полезной и необходимой информации. Я не знала, что это до такой степени необходимо, прям вот посещение детского гинеколога. Но я сейчас знаю, что если этого не делать, то можно не успеть предотвратить какие-то воспалительные процессы и так далее, что впоследствии помешает стать будущей матерью. Как результат работы программы «Тебе, будущее Одессы», за время ее проведения практически 80% девочек обратились к специалистам для решения проблем со здоровьем. А медики констатируют, что наблюдается тенденция снижения количества родов у девочек в возрасте 15-17 лет. В этом году впервые работа в рамках программы «Тебе, будущее Одессы» велась не только с девочками, но и с мальчиками. Для этого в школы были приглашены молодые специалисты-урологи, которые знакомили подростков с особенностями пубертатного периода. С девочками проводилась работа, а с мальчиками такая работа не проводилась. И пусть они лучше получат эту информацию от профессионалов-специалистов, чем они получат ее где-то на улице, где-то от людей, которые, может быть, даже и не знакомы с медициной. Помимо групповых занятий, у ребят есть возможность пообщаться со специалистом лично. Мы приходим и занимаемся с ними индивидуально. Можно четко расставить их вопросы, да, о том, что их конкретно интересует, и четко им об этом рассказать. Никакого стеснения делятся старшеклассники не было. Хоть проведение подобных занятий для них и в новинку, чувствовали себя спокойно, рассказывают ребята. Ребята тоже настроились на серьезный разговор, как бы отнеслись к этому довольно серьезно, не как к игрушкам, по-взрослым. К нам приехали специалисты, рассказывали о половом взрослении, также было представлено как информация о вреде, ну, вредные привычки, как они влияют на организм подростка. Программа «Тебе, будущее Одессы» – это залог того, что в своей дальнейшей жизни нынешние школьники будут здоровы, а значит, благополучны и счастливы.
Сотрудники ГСЧС Украины осуществляют рабочие поездки в регионы для проверки деятельности региональных штабов по оказанию помощи жителям с востока Украины. Накануне комиссия прибыла в Одесскую область. Специалисты ознакомились с работой соответствующих служб, а также проверили санаторно-курортные учреждения, где проживают вынужденные переселенцы. Сотрудники ГСЧС посетили координационный центр по вопросам переселения граждан, который находится на Одесском железнодорожном вокзале, где помощь людям, прибывающим с территории проведения АТО, оказывается круглосуточно. Еще один объект, который посетила рабочая группа – клинический санаторий имени Пирогова. Здесь проживает 146 человек, в том числе 32 инвалида, колясочника и 48 детей. Сейчас мы находимся в санатории «Куяльник», де у нас розміщується 140 переселенців, з них 36 людей з вадами здоров'я, це колясочники. За результатами обстеження можна сказати, що всі умови для їх проживання створені досить нормально, забезпечено їх і харчування, і проживання. Да, існують певні труднощі, але це труднощі, скажімо так, не критичні, вони відносяться до побутового напрямку. По словам людей, здесь для них созданы все условия. Трехразовое питание, удобные теплые комнаты, горячая вода. В программе визита еще одна остановка – пансионат в селе Маяки. Там нашли временное пристанище более 100 человек из Донецкой и Луганской областей. По итогам рабочей поездки отмечено, что все переселенцы живут в теплых помещениях, обеспечены зимней одеждой и предметами первой необходимости. В Одесской области пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителя. Как сообщила пресс-служба ГПСУ, патруль заметил микроавтобус Volkswagen, который на большой скорости двигался от границы в направлении райцентра «Красные окна». Чтобы остановить автобус, пограничники заблокировали проезжую часть с помощью устройства для принудительной остановки автотранспорта «Кактус». Но водитель продолжил движение. Пограничники выстрелили по колесам автобуса, но это не остановило водителя. Он попытался уйти от погони, однако вскоре был задержан. Нарушителем оказался житель райцентра «Красные окна», который не раз попадал в поле зрения пограничников. Проводятся следственные действия. В тот же день сотрудники отдела «Гулянка» Котовского погранотдела задержали правонарушителя, который пытался скрыться на автомобиле с пробитыми колесами. Как выяснилось, после задержания в машине находилась партия контрабандных сигарет. 9000 пачек на сумму порядка 140 тысяч гривен. К 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен одессит за торговлю наркотиками. Как выяснилось, осужденный в одном из районов области приобрел большую партию кокаина и таблетки экстази и перевез все это в Одессу для сбыта на территории города. Во время обыска у него дома было обнаружено около 30 расфасованных пакетов с кокаином, электронные весы и 6 пакетов с экстази. На судебном заседании осужденный виновным себя не признал, но его вина полностью доказано экспертизами и показаниями свидетелей. Исцеление музыкой. Одесситы, волонтеры, горожане и артисты объединились ради помощи пострадавшим бойцам АТО. Благотворительный музыкальный марафон в поддержку раненых прошел в арт-центре Веры Холодной на Одесской киностудии. В арт-центре Веры Холодной сегодня ни одного свободного места. На инициативу волонтеров откликнулись многие знаменитые одесситы, солисты оперного театра и народные артисты Украины, музыкальные коллективы и известные комики. Не остались в стороне даже дети. Все объединились в стремлении помочь раненым бойцам из зоны АТО. Задумали и осуществили акцию «Одесские волонтеры». Это марафон. То есть это такой концерт нон-стоп, благотворительный концерт нон-стоп. Во-вторых, наверное, второе отличие – это то, что сбор денег у нас происходит по принципу краудфандинга. Кто сколько считает нужным, кто сколько может, тот кладет в волонтерские боксы. Третье, но я не могу, наверное, назвать это отличием, да, но у нас есть совершенно конкретная цель, для которой мы собираем деньги, и это цель медицинского обеспечения раненых. Скорее всего, это все-таки будет адресная поддержка. Организаторы марафона взяли на себя доставку на киностудию раненых из военного госпиталя и госпиталя пограничной службы. Были на концерте также бойцы батальона особого назначения «Шторм» и 28-й механизированной бригады. К примеру, Сергей, боец «Шторма», рассказывает, не раз везло на поле боя. За это получил от друзей позывной «Фартовый». Но не все вернулись оттуда, как вернулись и мы. И хочу всех... Одну минуту молчания. Это за Вадика, за Степу и за всех бойцов, которые
сейчас нету рядом с нами. Едва уцелел и сын Людмилы. На поле боя он получил несколько тяжелых ранений. Медики боролись за его жизнь 2 дня. Сейчас парень уже идет на поправку. Мой сын хотел сегодня здесь присутствовать, но мы не смогли и нас не отпустили. Поэтому от него я хочу поблагодарить волонтеров города Одессы, всех врачей, которые помогают восстановиться моему сыну. Большой низкий поклон. Волонтеры, военные, медики и раненые успели стать друг другу близкими людьми. Некоторые о грустных вещах говорят с такой улыбкой, с таким мужеством, что просто хочется плакать, слушая это. Но на самом деле восхищаюсь их мужеством и тем, как они относятся к данной ситуации. Прекрасно, что есть люди, которые и готовы организовывать это, и самое главное, те, кто готовы приходить и вносить вклад свой благотворительный в это большое дело. Помочь от души, зарядить военных положительными эмоциями – вот главная цель, которую ставили перед собой в этот вечер музыканты. Такие трудные времена, я настаиваю на том, что музыка не должна молчать, искусство должно работать, потому что оно не только воспитывает, двигает людей, но и залечивает раны. Во время концерта и что-то плохое уходит, и что-то чистое в человека пронзает. И вот я сегодня вижу столько людей, такая изумительная атмосфера, что просто это очень волнует. Я надеюсь, сколько бы ни что будут собраны приличные деньги, но сколько бы ни было собрано, оно от всей души. Волонтерские боксы работали весь вечер. В конце марафона их торжественно вскрыли перед бойцами и зрителями. Собранные 80 тысяч гривен волонтеры направят на приобретение медоборудования для диагностики и лечения раненых, а также на адресную помощь раненым. Внимание одесситов! С 28 по 3 ноября в воздушном командовании «Юг» проходят плановые комплексные учения военных частей с выполнением практических заданий. Во время проведения учений планируется передвижение военной техники и особого состава по территории Киевского, Малиновского и Суворовского районов Одессы. Предстоящие выходные обещают порадовать одесситов относительно хорошей погодой. Во всяком случае, осадков не предвидится. А днем воздух прогреется до плюс 8. Обусловлено эти погодные условия будут антициклоном. И в условиях антициклона сохраняется северный ветер и температура воздуха ночью по области от 2 мороза до 3 тепла ожидается, днем 5-10 тепла. Вот эти 2 мороза, они в основном будут наблюдаться по северу нашей области. В Одессе без существенных осадков. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью плюс 1, минус 3. Днем 6-8 тепла. 2 и 3 ноября характеры погоды существенно не изменятся. Ночью от 3 мороза до 2 тепла. Днем плюс 4-6. А вот с 5 ноября синоптики обещают небольшое повышение температуры воздуха. Ночью отрицательных температур уже не будет, а днем воздух прогреется до 15 градусов. Согласно народному прогнозу, 31 октября почитается память святого апостола Луки. С этого дня свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов. Наши предки в последний день октября заглядывали в колодцы, чтобы узнать погоду на ближайшее время. По приметам, перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, а перед дождем опускается. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Очередные злоключения начались у жителей дома на Лузановской 5А. Если в сентябре после непогоды они не могли выйти из своих подъездов, то сейчас опасаются, что из-за неполадок в электрощитовой в какой-то день останутся совсем без света. Нужно менять 3 фазы. Мы сюда к начальнику написали заявление неоднократно, купили свой кабель, чтобы уже провели. Работы ремонтные никакие не проводятся. Вчера у нас опять потух свет. Вчера звоним нашим электрикам, они отказываются, они нам хамят. Чтобы нынешние подростки были счастливыми супругами, ЗАГС не только встретить гармоничную половинку, а и быть здоровыми. Именно этим аспектом воспитания школьников занимаются специалисты в рамках городской программы «Тебе будущее Одессы». Программа рассчитана на воспитание уважительного отношения к своему здоровью и правильному пониманию, что есть норма, что есть патология. Не всегда компьютерные, интернетные программы дают им ответы на вопросы.
Ситуация в Украине за последние полгода показала, что нация в нашей стране сформирована и сплочена. Волонтеры, скооперировавшись, оперативно обеспечивают всем необходимым переселенцев, военных, добровольцев и раненых. Еще одна акция, направленная на помощь бойцам АТО, которые сейчас перебывают на лечении в одесских госпиталях, прошла в арт-центре Веры Холодной на киностудии. Некоторые о грустных вещах говорят с такой улыбкой, с таким мужеством, что просто хочется плакать, слушая это, но на самом деле восхищаюсь их мужеством и тем, как они относятся к данной ситуации. Прекрасно, что есть люди, которые и готовы организовывать это, и самое главное, те, кто готовы приходить и вносить вклад свой благотворительный в это большое дело. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. We'll be right back.